Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Настя. Сегодня вяжем вот такие сандалики крючком. Подошва 11 сантиметров. Пряжа у меня Янар джинс. Крючок использовала номер 2. Давайте начинать. Я свою подошву уже связала. Она у меня двойная. Сейчас прямо сюда в видео вставлю кусочек, как связать такую же подошву. Значит, для 11 сантиметров набираем цепочку из 18 воздушных петель, 2 воздушные петли подъема и в третью от крючка петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Далее 16 столбиков с одним накидом. 16 столбиков провязано. В последнюю крайнюю петлю вяжем 5 столбиков с одним накидом. Далее 16 столбиков с одним накидом. Одновременно ввязываем хвостик. Провязали 16 столбиков, осталась еще одна петля, в нее вяжем 2 столбика с одним накидом. Соединительная петля во вторую воздушную петлю предыдущего ряда. Первый ряд закончен. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема. Далее 2 прибавки из 2 столбиков без накида. Первая прибавка и вторая прибавка. 7 столбиков без накида. 2 полустолбика с одним накидом. Семь столбиков с одним накидом. 5 прибавок подряд. Прибавки провязаны. 7 столбиков с одним накидом. 2 полустолбика с одним накидом. 7 столбиков без накида. 2 прибавки из 2 столбиков без накида. Первая. Вторая. Соединительный столбик в воздушную петлю предыдущего ряда. Второй ряд закончен. Вяжем третий ряд. 2 воздушные петли подъема. 4 прибавки из 2 столбиков с одним накидом. 4 прибавки связаны. 16 столбиков с одним накидом. 16 столбиков провязано, далее 10 прибавок подряд. Прибавка из 2 столбиков с одним накидом. Десять прибавок провязали, далее 16 столбиков с одним накидом. Провязали 16 столбиков, далее 4 прибавки подряд. Прибавка из 2 столбиков с одним накидом. Четвертая прибавка. Соединительный столбик в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Третий ряд закончен. Подошва 11 сантиметров готова. Как я вяжу двойную подошву? Две подошвы у меня связаны. Складываем изнаночной стороной внутрь. Вводим крючок в петлю первой подошвы и в петлю второй подошвы. Захватываем нить. И вяжем ту же цепочку из воздушных петель, только через две подошвы. Провязываем так в каждую петельку одной и второй подошвы. Я провязала соединительными столбиками по кругу.
Ниточку можно обрезать. Ниточку обрезаем, хвостики прячем. За эти петельки потом очень удобно вязать бортики. Я еще пройдусь по центру подошвы соединительными столбиками, для того, чтобы подошва плотнее сидела и не ерзала. Но этого можно и не делать по желанию. В каждую петелечку одной и второй подошвы те же самые соединительные столбики. На одной стороне, на второй стороне. И проходимся соединительными столбиками до конца подошвы. Осталось спрятать хвостики, и двойная подошва готова. Подошва связана, продолжаем. На серединке пятки вводим крючок и провязываем воздушную петлю. Сюда же провязываем столбик без накида. Ниточку подтягиваем, сразу обвязываем и вяжем по кругу 68 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 66, 67. 68. И соединительная петля за первый столбик начала ряда. Ниточку отрезаем. Переходим к вязанию пятки. Для этого определяем 20 средних петель. У меня начало ряда ровно посередине, поэтому я просто отсчитываю в одну и в другую сторону по 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провязываем столбик без накида. И вяжем 20 столбиков без накида. Один уже есть. 2. Хвостик сразу ввязываем. 3. 4. 18. 19. 20. Воздушная петля. Разворачиваемся. Вяжем второй ряд. Убавка. 16 столбиков без накида. 1. 2, 3, 14, 15, 16. И заканчиваем ряд убавкой. Воздушная петля. Разворачиваемся. Вяжем третий ряд. Убавка. 14 столбиков без накида. 1. 2, 3, 13, 14. Заканчиваем ряд убавкой. Воздушная петля. Разворачиваемся. Четвертый ряд. Убавка. 12 столбиков без накида. 1, 2, 3. 11, 12. Убавка в конце ряда. Воздушная петля. Разворачиваемся. Вяжем пятый ряд. Убавка. 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,
10, убавка в конце ряда. Воздушная петля, разворачиваемся, 6 ряд, убавка. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка в конце ряда. Воздушная петля, разворачиваемся. 7 ряд. Провязываем 2 столбика. Убавка. Снова 2 столбика. Первый. Следующую петлю второй. И опять провязываем убавку. И довязываем 2 столбика до конца ряда. Первый. Второй. Воздушная петля. Разворачиваемся. Вяжем 8 ряд. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 воздушные петли. Разворачиваемся, вяжем 9 ряд. 2 столбика с одним накидом. Вот откуда выходили воздушные петли, сюда же провязываем первый столбик с накидом, следующую петлю второй. Одна воздушная петля, столбик снизу пропускаем, вяжем 2 столбика с одним накидом, первый в следующую петлю второй. Воздушная петля, столбик снизу пропускаем и довязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом, в следующую петлю, второй. Пятка готова. Ниточку можно отрезать. Вяжем мысок. Для этого определяем 8 средних петель по центру. Проще всего это сделать, отсчитать просто от пятки 20 петель. 20 с одной стороны, 20 с другой стороны, и посередине у нас останется 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В 21 вводим крючок. Закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провязываем столбик без накида. Вяжем 8 столбиков без накида, хвостик подтягиваем и сразу ввязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 2 соединительных петли. Разворачиваемся, вяжем второй ряд. Начиная со второй петли, провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 и 2 соединительные петли. Разворачиваемся, вяжем третий ряд. Со второй петли провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9,
10. 2 соединительных столбика. Разворачиваемся в четвертый ряд. Начиная со второй петли, провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10, 11. 2 соединительные петли. Разворачиваемся. Пятый ряд. Со второй петли провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 11, 12. 2 соединительные петли. Шестой ряд, начиная со второй петли, провязываем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 12, 13. 2 соединительные петли. Разворачиваемся. Седьмой ряд. Со второй петли провязываем 1 столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. 3 столбика снизу пропускаем. В четвертую провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. 4 столбика снизу пропускаем. Пятую провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. 3 столбика снизу пропускаем. В четвертый столбик провязываем столбик без накида. 2 соединительные петли. Разворачиваемся. Восьмой ряд. Начиная со второй петли, провязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, под косичку 3 столбика, 3, 4, 5, 6. Под косичку 4 столбика, 7, 8, 9, 10, 11, под косичку 3 столбика, 12, 13, 14 и 15 столбик в крайнюю петлю. 2 соединительные петли. Разворачиваемся. Девятый ряд. Начиная со второй петли, провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16, 2 соединительные петли. Разворачиваемся, 10 ряд. Начиная со второй петли, провязываем 17 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16, 17. 2 соединительные петли. Разворачиваемся. 11 ряд. Во вторую петлю провязываем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. Столбик 3 столбика снизу пропускаем. В четвертый вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли.
3 столбика снизу пропускаем, в следующие 2 петли провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3 воздушные петли, 3 столбика снизу пропускаем, в четвертую петлю провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, 3 столбика снизу пропускаем и в последнюю провязываем столбик без накида. 2 соединительные петли. Разворачиваемся. 12 ряд. Начиная со второй петли, провязываем 19 столбиков без накида. 1, 2, под косичку 3 столбика, 3, 4, 5, 6, под косичку 3 столбика, 7, 8, 9, 10, 11, под косичку 3 столбика, 12, 13 и 14, 15, под косичку 3 столбика, 16, 17, 18 и 19 провязываем в последнюю петлю. 2 соединительных столбика. Разворачиваемся. 13 ряд. Начиная со второй петли, провязываем 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 18, 19, 20. 2 соединительные петли. Разворачиваемся, вяжем 14 ряд. 21 столбик без накида, начиная со второй петли. 1, 2, 3, 19, 20, 21. 2 соединительные петли. Дальше я буду делать обвязку другого цвета, поэтому ниточку этого цвета отрежу. Если вы оставляете основной цвет, то просто разворачиваемся и продолжаем вязать. Проверьте, чтобы у вас между мыском и пяткой было по 6 петель с каждой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. Начиная со второй, вот у нас было 2 соединительные петли. Начиная со второй, закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провяжем столбик без накида. И вяжем так столбиками без накида по кругу, но над каждым четвертым столбиком будем провязывать пико из 2 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, провязываем пико. 1, 2 и соединительная петля. Вот за 2 стеночки. Соединились. Дальше вяжем. 1, 2, 3, 4. Снова пико. 2 воздушные и соединительная петля за 2 стеночки.
то у нас получаются вот такие пимпочки. И продолжаем так вязать по кругу. 1, 2, 3, 4 пико. Один, два, три, четыре пико. Один, два, три, четыре пико. Один. Дальше провяжем убавку. Вводим крючок в крайнюю петлю мыска и петлю с бортика между мыском и пяткой. И провязываем все три петли вместе. Так, это у нас получается 1, 2, 3, 4 пико. Один, два. И снова провяжем убавку. Один, два, три. По пятке тут вяжем между рядов. Четыре. Не, дырочка большая. Четыре пико. Один. Два. Три. Четыре пико. Один, два, три, четыре пико. Один. Два, три, четыре пико. Один, два, три, четыре пико. И так далее. Довязываем до начала обвязки. Не забываем сделать убавку с пятки на бортик и из бортика на мысок. Заканчиваем ряд. Заканчиваем ряд убавкой. Убавлять будем вот где у нас были соединительные петли. Убавили. И соединительной петлей
Соединяемся в начало ряда. Ниточку отрезаем, все хвостики прячем. И пинетки готовы. Вяжем шнурок. Для шнурка крючком номер 2 набираю 120 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 116, 117, 118, 119, 120. Воздушная петля. И крючком 1,5 мм буду провязывать столбиками без накида за задние дужки. И так провязываю всю косичку. Вот и все. Пинетки-сандалики готовы. Ровных вам петелек. Всем добра!